В Великобритании готовится к похоронам Ее Величества Елизаветы II. Королева жива, так почему же репетицию смерти провели сейчас и втайне от публики, расскажет наш корреспондент в Лондоне Светлана Чернецкая. На прошлой неделе Букингемский дворец сообщил о плохом самочувствии Ее Величества. Дескать, ничего серьезного, не здоровится из-за погоды. Королеве даже пришлось пропустить утреннюю службу в соборе Святого Павла. Елизавете II 92 года, она самая старшая из всех монархов мира. И понятно, что рано или поздно это случится. В этом случае предусмотрен специальный протокол действий. В стране начнется 10-дневный траур, и каждый день после смерти Ее Величества расписан поминутно. Чтобы не упустить ни одной детали, провести все идеально, репетиции похорон королевы проводят 2-3 раза в год. Но впервые на секретные мероприятия пригласили ключевых политиков. В этот раз акцент сделали на операции под кодовым названием «Голубка из замка». Так обозначает первый день после ухода Ее Величества. Ключевые министры и сотрудники дворца обсудили публичные шаги правительства. О смерти королевы сообщит премьер-министр в утреннем обращении к нации. И в этот же день страна получит нового монарха. Королем станет Чарльз, старший сын Елизаветы II. В отличие от матери, принц Чарльз далеко не так популярен среди британцев. Когда Елизавета еще была принцессой, а ее отец королем, ее обожали, ею были буквально одержимы. Ее популярность все время росла. А вот Чарльз будто переходное звено ко всеми обожаемому принцу Уильяму. И это не может не волновать королеву. К репетициям похорон Ее Величества отношение более чем серьезное. В британской истории неоднократно случались оплошности на самых важных церемониях. Например, во время коронации Виктории священники выступали с неподготовленными проповедями. Хор пел в разнобой, а ювелиры сделали кольцо не для того пальца. В случае смерти любимого монарха никаких ошибок быть не должно. Просчитывают каждую деталь. Сколько времени займет транспортировка тела до Вестминстерского аббатства, какие королевские драгоценности увенчают крышку гроба и в каком месте на воротах Букингемского дворца повесят сообщение о кончине главы престола. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».